В зале «Аншлаг», на сцене Ульяновский симфонический оркестр «Губернаторский». Музыканты из Ульяновска выступили на главной сцене страны в концертном зале имени Чайковского Московской филармонии. Москва – один из городов, входящих в гастрольный тур всероссийские филармонические сезоны. Для нас эти гастроли, конечно, они очень важны, потому что оркестр с начала 90-х годов не выступал вот на этой сцене. А это фактически главная сцена нашей страны – концертный зал имени Чайковского. И я считаю, что для нас этот концерт – это возврат нашего оркестра на такую всероссийскую арену, на всероссийскую эстраду. Вот. У нас эти гастроли конкретно включают в себя три города. Это Рязань, который был вчера, вот сегодня Москва, завтра Нижний Новгород. На сцене Московской филармонии Ульяновский оркестр не выступал с 90-х годов, поэтому выступление после 30-летнего перерыва особо значимо. Ульяновцев приехал поздравить губернатор Сергей Морозов. Он также поблагодарил столичных коллег за гостеприимство. За это время произошло омоложение коллектива, за это время произошло много других очень важных событий, которые, несомненно, дали возможность нашему лучшему коллективу, одному из лучших в Российской Федерации. Вы это только через некоторое количество минут увидите, сделаться одним из самых узнаваемых оркестров в Российской Федерации. Артисты подготовили интересную программу. Солист Никита Борисоглебский исполнил 5 пьес для скрипки в сопровождении фортепиано с оркестром. Прозвучала также 4-я симфония Чайковского. Я часто хожу в этот зал. Здесь выступают разные коллективы, не только московские, не только столичные. Все интересные, все прекрасные коллективы. Ну и, конечно, и программа сегодняшняя очень привлекательная. Хочется узнать именно этот коллектив, этот оркестр. Следующий город в гастрольном туре – Тамбов. Анна Тищенко, новости Управды ТВ.